Здравствуйте, дорогие жители Пскова и Псковской области. Меня зовут Александр Рева, и я много внимания у вас не отберу. Единственное, что я хочу, у меня к вам небольшая, но очень важная просьба. Я бы очень хотел, чтобы вы какое-то время побыли дома сейчас. Дома в кругу своих родных, близких, со своей семьей. Потому что последнее, вы знаете, мы живем в такое, в кавычках, интересное время, где каждый из вас сейчас может оставить эту планету. Я бы очень хотел, чтобы вы сохранили свою жизнь, сохранили жизнь своих близких, своих, вообще просто людей, потому что каждый из вас, тот, кто может выйти, он может заболеть, заразить, вернуться домой к себе и заразить всех своих близких. И это действительно смертельно опасно. Если кто-то думает, друзья, что это какая-то игрушка, какой-то фейк, то нет. Это действительно очень опасно, смертельно опасно. Давайте подождем дома. Давайте посидим, посмотрим телевизор, почитаем книжки, займемся каким-то самопознанием, самосовершенствованием. Это скоро закончится. А когда это закончится, в ближайшее время, я приеду в город Псков, и мы встретимся на моем концерте. И вот там оторвемся и будем обниматься, целоваться. И поверьте, вы не забудете это никогда. Я хочу, чтобы вы были живы и здоровы. До встречи. Сидим дома.